как же легко продираются к воротам петербуржцы. Прям вот эта вот обводка один в один. Естественно, не каждый обыграет один в один, но вот те, кто могут, вот на регулярной основе вот так вот насаживают, освобождаются от опеки. Смотри, какую закрутили. И смотри, какая зашла. 5-1. Ну, это все квинтэссенция сегодняшней встречи. Я считаю, вот именно это заброшенная шайба. Потому что у СКА даже такие залетают, а у трактора... железки не хотят заползать за ленточку. Ну, 5-1. Да, поздравляем и Каменева с этой заброшенной, не побоюсь этого слова сказать, заброшенной, закинутой, наверное, как в лучших традициях, да, из-под Огурцова он бросил сходу. Ткачев зарабатывает себе передачу. Из-под Огурцова, похоже, что и в Огурцова попадает в его клюшку шайба. Это же но почти... она так вверх подлетела, да, и перекладину, и в спину. Это же почти Филимонов.